Генеральная прокуратура, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Крапетян С.А. Общий доход семьи за 2016 год больше 50 миллионов. Площадь нежилых помещений в собственности семьи больше 15 700 квадратных метров. Ну, даже с условием, что там по 1/3 доли, то есть общая долевая собственность, то есть больше 5000 квадратов в индивидуалке на семью приходится. Вообще особенность людей с фамилией, оканчивающей на Ян, заключается в том, что они не устраивают длинных цепей по сокрытию своего имущества, доходов и всего остального. Вот видно, что на супругу абсолютно практически вся собственность семьи оформлена. А по поводу 5000 с лишним квадратных метров нежилых помещений, если это в Москве и это торговый центр, то стоимость 150 квадратных метров аренды торговых площадей в Москве около 400 тысяч в месяц. Можно оценить размер ренты.